Порошина родила сына. Малыш появился на свет в столице. В 45 лет звезда российского кино Мария Порошина стала в очередной раз мамой. Под конец, после праздничной недели, она родила богатыря. Параметры у новорожденного образцовые. Рост 52 сантиметра, вес 3 килограмма 560 грамм. Вопреки звездной традиции, рожала Мария не на чужбине, а на родине. Малыш появился на свет в Москве. Это первый сын Порошиной. У нее уже есть 4 дочки. Старшая Полина, отец которой популярный актер Гоша Куценко. От Ильи Древнова артистка родилась Серафиму, Аграфену и Глафиру. Самая младшая из них еще нет 4 лет. Имя отца своего 5-го ребенка Порошина тщательно скрывает. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.